Всем привет! Сегодня я вам покажу свои три самые любимые орхидеи. Так совпало, что они все белого цвета. Вот эту малышку я купила в Ашане. Она была в отделе оценок. Но проросла и беленькая, отличная. Вот это вот я тоже давным-давно купила в Ашане, ей уже лет 7-8, отлично цветет каждый год. А вот это вот моя самая любимая, огромная, красивенная, я ее заказала у одной девочки в группе. Она была маленьким вот подростком, вот такого формата. Она у меня росла-росла, 2 года не цвела, наращивала бешено корни, вот такие плотные, упругие листы. И в этом году она меня весной в марте порадовала огромнейшими вот такими листами. Вот как блюдцы их называют, они там 10-12 сантиметров. Вот у малыша из Ашана размер цветочка где-то 8. У азиатского цветочка 10. Это первый год, первое его домашнее цветение. Они с каждым годом будут расти, будет все больше и больше. Вот такая вот радость у меня, 3 белые красивые орхидеи. Но это самый мой главный помощник.